Вам бесіди вічне на телеканалі Родана. Я рада вітати всіх наших глядачів і рада вітати у нас у студії проти Єре Олександра Горовенка. Здравствуйте. Отець Олександр говоримо сьогодні про виховання дітей. Да? Напевно, нагадаємо про те, про що ми говорили раніше. да, повторимо предыдущій серії, тому що великий проміжуток пройшов. а повторити це завжди в плюс, для того, щоб якась інформація пішла в дитину пам'ять. ей надо повторение. И поскольку воспитание касается всех и тех, у которых есть дети, и у которых нет, потому что правила по воспитанию универсальны, их можно применять просто в общении с людьми, с другими, и они работают очень хорошо, не только на детях, но и на общении с другими. И первое, о чем хочу напомнить, это то, что воспитание не дается с приобретением ребенка. Воспитание не спускается с неба. Знание о воспитании — это не то, что заложено в мать или в папу. Это наподобие работает как священническая хератония. Священнику дают возможность совершать службу. Он может совершать таинство, но ему не дается никакой талант, например, к проповеди. Если он был бездарем, то он останется бездарем с крестиком. Если он был бездарем, который хочет учиться, то он станет великим проповедником. Uh -huh. И точно так же и в плане воспитания. Если, нам, если там, у молодых людей рожает, рождается ребенок, то это не значит, что они становятся автоматически мамой и папой в настоящем смысле, в смысле воспитания, в смысле воспитателей. Они просто те, кто дали новую жизнь. А для того, чтобы воспитывать, для этого нужны специфические знания, над этим надо работать, этому надо учиться точно так же, как любой профессии. Потому что мы, когда мы идем к врачу, то нас мало интересует его, например, нравственная сторона. Даже вот такая важная нравственная сторона врача нас особо не интересует. Например, ну, он там... Плохо относится к своей жене. Меня это не интересует, если он лучший специалист в своей области и он хороший врач. Он может быть кем угодно, он может быть там, человеком, который увлекается компьютерными играми. Хотя, наверное, совместить хорошего врача и игромана довольно сложно. Но тем не менее, когда я иду к специалисту, то мне важна его квалификация. Для того чтобы дать моих детей в школу на несколько часов, учителя заканчивают специальные учебные заведения, и потом хорошие учителя продолжают свое обучение постоянно, потому что педагогические методы, они меняются. И подходы к обучению детей меняются все время. И если мы своих детей не доверяем, кому попало, а только ждем квалификации от этого человека, диплома соответствующих оценок в этом дипломе, то, естественно, необходимо такую же планку поставить и лично к себе. Потому что то, что папа и мама любят ребенка, это как бы вне всяких сомнений. Но с любовью не дается еще талант воспитателя. Талант воспитателя, он может быть в зачаточном состоянии, можно его развить. Но невозможно вот родиться специалистом в области педагогики, например, как воспитании собственных детей. И поэтому важнейший момент, если мы хотим воспитывать наших детей, этому необходимо учиться специально. Напевно, раньше, ну, можливо, не совсем раньше, и сейчас, напевно, есть такие родины, когда человек подходит уже до воспитания своих детей, готовую. Что я имею на увазе? Я имею на увазе Багатодітній родини. Да? От раніше багатодітність була звичайною для нашого народу, і, власне, цей досвід можна було отримати на вихованні своїх братиків і сестричок. Да? І вже підійти до своїх дітей трошки з якимось досвідом. І знову ж таки, маючи свою родину, маючи там, не одну дитинку, а там, двоє, троє, п'ятеро і більше, да? з кожною дитинкою теж ти отримуєш більше досвіду. Зараз такого немає. Зараз переважно одна-дві дитини і. это тоже, напервые, спряяет, тому, что люди не готовы до выхования детей. Да, традиция воспитания именно такой традиционной семьи, когда старшие дети помогают воспитанию младших, она прерывалась, прекратилась и не видится в ближайшем будущем, чтобы она восстановилась. Поэтому надеяться на то, что я или моя жена будут уметь воспитывать детей, потому что мы видели, как мама, папа воспитывает моих. Братиков и сестричек, она несостоятельна. И сейчас уже, по-моему, три ребенка это уже считается многодетная семья. Но тем не менее, даже если вот подобной ситуации трое детей, то младший воспит... вырастает невоспитанным. У него нет э, опыта воспитывать каких-то других детей, потому что он последний на нем закончился род. И он только получает бонусы. Естественно, ему детство проходит, возможно, легче, чем у первого и второго ребенка, но в плане опыта воспитания он напрочь отсутствует. Но поскольку мы дети, которые рождаются один-два в семье, то никакого базового опыта воспитания у нас нет. Мы Никого, имеем, да? Да, имеем какие-то как что надо делать с ребенком, если он плачет. Но, ну, ж если мы будем читать книжки, цей опыт также будет чисто теоретичным? Естественно, как любое знание, оно теоретическое, но поскольку мы читаем их для прикладного использования, то угу. этот опыт неминуемо перейдет. Но я к тому, что даже теоретические знания в голове или практически не появляются от того, что мы просто имеем своих детей. Для того, чтобы... Иметь знания необходимо, это, эти знания откуда-то черпать. Естественно, есть такие гениальные люди, у которых это заложено изнутри. Они просто наблюдая за своими действиями, за действиями ребенка, они выводят какие-то правила, правила воспитания. Но это же все дается с ошибками. То есть я mm -hmm. поступил так, ага, результат плохой, закончилось скандалом. Этот путь неприменим. Не но мы зачастую видим, что родители поступают одним и тем же способом. Много раз. Стандартная фраза. Иди есть. Иди есть. Уже остыла, иди есть. Сколько раз я говорила, иди есть, уже все льдом покрылось. Но кто не слышал эту фразу. Эта фраза произносится десятки, десятки, десятки раз в день, если считаем это сотни в неделю и тысячи в месяц. А теперь переведем это в какую-то практическую сторону, допустим, дверь. Есть дверь, у меня есть ключ, я пытаюсь ключом открыть дверь, не открывается. Я второй раз, третий раз, десять раз в день, сто раз в неделю, тысячу раз в месяц. Если я буду вот ломиться в дверь с ключом, который не подходит. Что обо мне сказ сказать можно? Естественно, больной человек. Почему мы так не говорим о папах и мамах, которые точно так же поступают? Мы же говорим, иди чист зубы. Зубы я сказал. Иди холодный, застели кровать. У тебя в, дом, в комнате бардак. Mm -hmm. Выключи компьютер. Это фразы стандартные. Их можно вот просто расклеить и, или там сделать светлодиодные ленты, чтобы они зажигались в определенный момент. И мы видим, что ребенок на них не реагирует. То с этого становится понятно, что эти методы не работают. Но тем не менее, 99% родителей идут именно этим путем. Они повторяют, 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 до тех пор, пока ребенок перестает реагировать на голос, потом он перестает реагировать на крик, потом он перестает реагировать на звук, потом он перестает реагировать вообще на появление родителя. Он сидит в телефоне или в книжке, или просто в окно смотрит, ему родитель говорит, сделай это, сделай то. Он он не реагирует. Родители бесятся. Ты мне что не видишь? Что за игнор такой? Естественно, ну, стандартная реакция. Угу. А ребенок не виноват. Это мы его довели до состояния, когда он перестал реагировать на раздражители. Вот мы своими постоянными мы били в одну и ту же точку. Точка перестала быть чувствительной. Все. Угу. Поэтому опытный путь далеко тоже не заводит. А вот, кстати, есть у вас какие-то такие любимые педагоги, чьими порадами вы сами бы коррестовалися в выховании своих девчаток? Есть педагоги, и это евреи. Угу. Евреи в воспитании идут, к сожалению, далеко, намного дальше, чем православные христиане. А что к сожалению? К счастью. Вот идут и хорошо. Почему? Потому что это не религиозные знания. Это знание такое... Где-то психологическое, где-то социальное. Это то знание, которое мы вполне можем у них одолжить. Сказать, mm -hmm. ух ты, Наприклад. классно у вас получается. Mm -hmm. Поэтому не, я не буду называть какие-то имена, потому что я знаю, mm -hmm. что... Нет, мы же сами приклады выхования, каких-то там методов. Примеров воспитания mm -hmm. очень много, потому что э, для евреев всегда семья была на первом месте. Если mm -hmm. у православных э, монашество выше почему-то, вот так mm -hmm. принято, Що монах више мірянина, хоча попробуйте пожити в міру, от монастир закрили на карантин, от там сиди, молись, делай свою роботу, у тебе ніяких трудностей. А спробуй же карантин пережити в міру і що закрити с собственными дітьми. Вот, до речі, мені зараз а, прийшла в голову думка, що насправді от ми говоримо, що чернецтво вище, ніж родина, да? але якщо ми почитаємо, ну, наприклад, ті самі послання апостолів, да, там є. Місця, де говориться про вибори священика чи єпископа, і там говориться якраз про те, що треба дивитися на те, як людина поводить себе в родині, як людина виховує своїх дітей, як людина розпоряджається своїм домом. І сказано, що якщо людина не вміє розпорядитися своїм домом і має там невихованих дітей, то її не можна ставити ані священиком, ані тим більше єпископом. Навіть якщо у є єсвородні невіруючі люди, то ну, будущого кандидата в священники, то По правилам, он не занимает должность, не становится священником. Но вот, вернувшись к угу. вопросу: у евреев нет монашества, угу. они отрицательно смотрят на любое одиночество и отшельничество. Они вот признают, нехорошо быть одному человеку на Земле. Угу. Семья это одна из высших ценностей для них и, естественно, дети и естественно воспитание у православных акцент смещен в сторону аскетики, аскетики монашеской. У нас все правила — это правила монастырей, это правила монашеские. Утром, вечером как молиться — монашеское правило. Как готовиться к исповеди причастию — монашеское правило. Все наши посты — монашеское правило. Богослужение — это богослужение монастырей. Монастырские уставы — там студийский, иерусалимский, ватопецкий и прочее, прочее. Поэтому здесь мы почему мы, Я обращаю внимание в сторону евреев, потому что они в этой области продвинулись дальше. Если мы начнем говорить о святых отцах и о том, как победить какую-то страсть, то я начну читать святых отцов. Но как воспитывать детей, я посмотрю и подсмотрю у евреев. Они здесь хороши и я не считаю вообще чем-то зазорным подсмотреть у другого человека и себе скопировать, если оно работает. Если я вижу, что это точное такое выверенное учение, это все сформулировано по особенным по правилам, по пунктам. Это как настоящая педагогика, которую учат там, в пединституте. А может, это просто вот тот закон любви, который мы должны выполнять по отношению один до одного, до наших детей, до наших человеков, дружин? Совсем не исключаю, потому что вот действительно, у них, у евреев на первом месте отношения между мужчиной и женщиной, и как следствие этих отношений, отношения с детьми. То есть, главное, вот как взаимодействовать, а взаимодействовать без любви это, ну, это надо быть великим подвижником. Поэтому можно там назвать многих педагогов и наших, и не наших, и, и их правила, но. Правила можно брать отдельно. Например, там правила Антона Макаренко. Они хороши. Он сказал, что воспитывать надо вот как общину, как общество детей, что каждый отвечает друг за друга. Там же он брал малолетних заключенных, ну, не заключенных, а тех, кому светил срок. И с них пытался делать людей. Они там друг на друга нападали с ножами, резали, бегали в соседние села, воровали. И он с ними вот дошел до того, что надо их воспитывать как единые целые. В начальных большевиков были вообще вариант платоновской, платоновского государства, когда детей надо забирать сразу у родителей, воспитывать их отдельно. То есть какие-то отдельные правила мы можем найти. Мы можем найти какие-то советы и в Евангелии, и в тех же посланиях апостола Павла, который говорит, что надо заботиться в первую очередь о домашних. Но вот такой собранный цикл, когда ребенок и родитель берутся до, там, с момента зачатия, момент рождения и до такого полноценного возраста, когда мы уже должны отпустить ребенка, Це така наука, розвита у євреїв гораздо краще, ніж у нас тут треба їм дати дороги і сказати, що да, у нас цього немає. Ну, добре, а як звичайній пересічній людині, де взяти цей досвід єврейський, де на нього подивитися, щоб собі якось щось дізнатися? Все очень просто. Треба включити бесіди вічному, посмотрети, ми все розкажемо, покажемо, угу. даємо якісь ссылки. Тут же мы живем в настолько хорошее время, что мы никогда так хорошо, вообще никогда человечество так хорошо не жило. Нам доступна абсолютно любая информация. То есть mm -hmm. ага, Горовенко сказал, евреи хорошо воспитывают детей. Google. Евреи воспитание. И там столько выдаст. Все, дальше просто отсеивай. Но для того, чтобы отсеивать, надо еще иметь какие-то стартовые основы. Если они есть, то, пожалуйста, вперед. Поэтому... Наше время просто стыдно не, не, не обладать этой всей информацией и ею не, не пользоваться. Никогда не было такого доступа к информации. Раньше книжка, еще 20 лет назад. Еще сейчас я вот такой маньяк книжный. Я когда получаю зарплату и там книжечка какая-то редкая, открываю и смотрю, тираж, тысячи экземпляров. Mm -hmm. Это как бы ух ты, ничего себе. Одна из них у меня. Тому не всі, звісно, книги є в інтернеті, але обща інформація доступна всім. Ніколи не було так легко добратися до інформації і не видимо. Ну, а спрощений варіант це, звісно, наша бесіда. Дякую, що ви сьогодні нагадали нам основи. Сподіваюся, що в наступних передачах ми більше розкриємо для наших глядачів оті поради, які ви обіцяли їм дати. І сподіваюся, що ці бесіди будуть дуже корисними нашим глядачам. Да, предыдущие серии находите в интернете на сайте телеканала Рудана. Они там есть, и их можно повторить. А мы будем двигаться дальше по нашему плану Ангело-хранителя.